Всем привет, дорогие друзья, гости, подписчики. Значит, сегодня ходила в банк поменять карточку. Я говорила, что у меня закончилась карта, но она была действующая. В общем, мы заказали, сказали, через 2 дня будет карточка другая. Вот, получили мы карту МИР. У меня многие спрашивают, покажите, какая карта. Конечно, я ее на всеобщее обозрение выставлять не буду. Обычная карта в Сбербанке выдается МИР. Кому интересно, сходите в Сбербанк. Карта именная, и я вам ее на всеобщее обозрение в интернет выставлять не буду. Я сняла там в конце ролика, кто досмотрит до конца, увидит. В конце ролика будет вставочка, я сняла видео на телефон, там все написано. В общем, на кассе в Пятерочке объявление, кому и чего и как. Сейчас я вам расскажу, что купила. Я была, значит, в Пятерочке и в Чижике. Вот. С чего начнем? Давайте с Чижика. Молоко. Да, и говорят, зачем вы рассказываете цены, злите народ, в Москве там все дешевле. Извините, подвиньтесь, в Москве цены очень даже не дешевые. Мы пенсионеры и ходим по бюджетным магазинам. А если пойти в обычный, там какой-то, в районный, или вот сейчас мы уже не стали ездить в Ашан, там, мама дорогая, какие цены. Поэтому тоже покупаем скидки, акции, выбираем, смотрим. Не самый дорогой, а самый такой приемлемый, дешевый, чтобы было и съедобное, и по хорошей цене. То есть вот молоко 2,5, мне очень нравится в Чижике вот это молоко, оно вкусное. Говорят, что если, допустим, жирность молока должна быть больше, то они туда добавляют разные жиры. Поэтому вот это молоко без добавок, без жиров. 2,5, нам сильно жирно и вредно, поэтому 2 бутылки молока, вот я там вот такое молоко покупаю. Оно, конечно, недолго играющее. Так, значит, до 23 марта, срок годности, до 23 мы его это, выпьем, съедим, используем. Яйца 62 рубля, вот такие вот, очень даже хорошие, мне нравятся, беленькие, С1 яйца. Так, в Чижике тоже купили бананы, а вот я сейчас не помню, почем там бананы-то. Батон, вот тут есть. Хлеб по 24 рубля нарезной в Чижике и с отрубями. Тоже 24 рубля. Батон нашла. Так, тушка цыпленка. Сейчас посмотрю. Печенье. Вот такое. Вот такое печенье. Полкило 68 рублей. Нет, 59. 59 рублей полкило печенье. Так. Это мы в Пятерке купили. Колбаса докторская. Колбаса докторская 179 рублей. Одна штука. Здесь в ней 500 грамм. Значит, по 350 рублей докторская колбаса категории А. Очень вкусная. В общем, я иногда покупаю. Хоть колбасу есть и нельзя, но иногда покупаю. Так, сейчас покажу, что еще купила. Ой. Пошли в банк, называется. Туды-сюды, еле-еле. А, подожди, Чижик, у меня ж... Это другой ценник. 2 сметаны купили. Почем сметана? Сейчас скажу. Нет, все правильно. Это у мужа старый ценник в сумке был. Голову мне заморочил. Так, вот 2 сметаны, 15%. Сметана вкусная, хорошая. Ничего, состав тут у нее хороший. Пастеризованные сливки и закваска. То есть ничего, никаких добавок, жиров. Сейчас скажу, сколько сметан стоит. 59 рублей 2 сметаны. Творог по 300 грамм 5% и 9%. 80-90. А, и вот как раз тушка цыпленка. По 124 рубля килограмм. Вот такая тушка. 124 рубля килограмм. Тушка цыпленка. Так, это мы купили.
все в чижике. В общем, дальше что? Мы купили, еще мы были в Пятерке, вот, где нам сделали как раз 15% скидку на карту МИР. Так, что мы там купили? А, я купила таблетки для посудомойки. Вот. 55 таблеток, 659 рублей. Отличные таблетки. Потому что... О, не видно. Вот. Растворимые. Покупала в Магнит Косметик я по акции 48 штук, 1000 рублей. Здесь 55 таблеток, 659 рублей. Вот так. По 45 рублей селяночка. Овсяные хлопья. Это муж прямо на газоваривает. Варить не надо. Для быстрого приготовления. Так. Сегодня акции на гречку. 48 рублей гречка. 900 грамм. Смотрите, какая хорошая, чистая. 900 грамм. 48 рублей. Так. И вот этот сельдерей в Пятерке. 109 рублей. Вот. Так что и скидку мне сделали социальную 5% до часу. Потом, значит, скидку сделали магазин Пятерочка накопительная. И с карты МИР минус 15% еще сделали скидку. Так, вот в Пятерочке объявление. 15% с карты МИР с покупки. Всем спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!